Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами братуха. Вошел в игру, не успел, как говорится, с поезда слезть. Уже сразу на карнавал приглашают. Там уже бот меня приглашает. Итак, 17:50, время среда, 18 июля. Жарко, все в дачный период купаются, в лагерях находятся. В общем, много народа, я смотрю, просто ушло из игры и все остальное. Но для верных моих подписчиков и для верных игры Warrobots я снимаю каждый день, продолжаю снимать видеоролики. И я вижу, что кому-то действительно это нравится, и я продолжаю. Меня пригласили в клан парни. Парни из Грузии. Я спросил про Дискорд. Они говорят, не очень хорошо говорят по-русски. Ну, а я по-грузински вообще никак не разговариваю. Давайте посмотрим на их ангары. 5400 лига, 2 миллиона 400 тысяч среднего урона, рекорд уничтожения 21, победа 10 тысяч, задрот. Ох-ох-ох, Хаечи, Меркурий, Меркурий, Эмбер, 2 гаста, что-то странное, Хаечи, Нарканы, зеленый спектр. О-о-о-о, красно, красно, вернее, классно, классно, да. Хороший ангар у Георгена Поверяна, или как там, Георгий Повери, а где... Винни-Пух про рояль. Блин, пропали игроки-то, ёшкин матрёшкин. Во, появились. Crazy Nightmare, давайте посмотрим. Они из Georgian Power. Что-то Georgian сила какая-то непонятная. Ну, я не знаю, что такое Georgian. Георгиан Power. Ну, как-то так, наверное. Хаечи на арканах, спектр на шоках, бульгазавр на, смотрите, на таранах, Хаечи на арканах и бульгазавр на скоржах. В общем, практически такой же ангар, только не зеленый. И не ребионки. Что-то и не ребионки. Не ребенки. Нагнуть... Рандом или просрать кланом. Вот так. Здорово, великий, ужасно. Привет, мангуста! Мангуста, мангуста! Здравствуй. Как дела твои, мангуст? Чё, нет у тебя? А, не, бля, я забыл включить микрофон. Вот так всегда. О, привет, мангуста, мангуста! Привет. Здорово. Ну что ж. Дать настроение. Отличное хорошее настроение. Сейчас иду с парнями из Грузии в бой. Два парня. Уже забыл их никнеймы, но с клана Георгиан Повар. Ладно, не буду окей, мешать. Давай, удачи. Георгиан. Давай. Георгиан. Георгиан. Повар. Сильный какой-то Георгиан. Георгиан. Марган Борген. Я помню Грузия. Что там Грузия? Я помню Грузия. Это Саакашвили тупорылый. Такой парень был. И кто еще был там Грузия? О, Мимино. Фильм помню. Мимино. Также грузинское гостеприимство знаю хорошее. Что еще знаю? Грузинское вино хорошее есть, я знаю. И то, что грузины живут в горах, я знаю. Вот это вот. Горные окрестности там. Что еще знаю? А в принципе все, нифига не знаю. Может какие-то есть познания, но они очень далекие, там где-то в подсознании моего, моей коробки в какой-то флешке валяются. Вот, и что я хочу сказать. Сейчас мы с грузинами пойдем и отчехпыхчем, или нас отчехпыхчат. Возьмем Хаечи, это царь горы. Сейчас мы идем вперед. Георгиан Повер у нас, он, кстати, свой клан создал, что ли, получается. Мой сплэш пытался там донести до него какие-то плюхи. Главное маяк забрать. Парень у нас, смотрите, наглый вообще бегает. Маяк так и не забираем, а я уже сдох. Отлично. Прекрасная игра, вам не кажется? Ну, все пошли сразу, пошли на тот маяк, а наш маяк нахер никому не надо. Соответственно, все, красным отдали маяк. Да, ребят, идите уже, что ж там воевать-то за этот маячок-то? В принципе-то. А вот есть смысл воевать. Маяк наш, сейчас еще парня этого сольем. Встанем в такую интересную позицию. Вот, и слили его. Очень наглый там на горе у нас стоит, совсем обнаглели, ребятухи. А мы перезарядимся. И пытались они забрать на маяк. О, бля. Печально, ребят, печально. Не успел я его убить, к сожалению. В жопу мне просигналили шок-трейны. Две пухи у меня осталось. Все, теперь ни одной пухи не осталось. Вот это печаль, ребят, на самом деле. Печально, все мои роботы горят. Маяк тут, конечно же, они захватывают, никуда не денешься. Сейчас надо захватить нам этот маяк. Но каким образом? Не знаю, я буду на нем стоять, не буду. Ну, все бегут, короче, подсасывать. В общем, опять этот гребаный царь горы. Ребята, I'm sorry, ну, действительно, я же не знаю, как комментировать эти бои, которые вот царь горы. Ну, просто отстойно, отстойно. Очень стрёмные бои. Надо воевать, а тут хрень какая-то происходит постоянно. Ну, чтобы какое-то серебро получить, надо идти нагиба этого, захватывать, подсасывать маяк. Значит, у нас там что, получается, два парня пошли на центровики такие, я смотрю, да? Типа, что там, типа, крутые, что ли? Ну, сейчас мы тебе-то, парень, сусала-то и порастрепаем, ага, вот так-то, так-то. А теперь ребятухи просто будут брать маячок наш, да? Маячок, так, ну что-то, шок-трейн. Мусти Азербайджан у нас против нас, да? Ай-яй-яй, Мусти Азербайджан. Георгиан Пуэр, главное выиграть, ребята, главное выиграть. Маяк сейчас захватываем, отлично, я поддержу более-менее, роботов осталось мало, но... Главное, маячок захватывайте, отлично, 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 там у нас тоже маячок. Давайте, побежали маячок захватывать. Все красноперые у нас столпились в правом углу. Долбятся что-то там, непонятно, что делают. А мы на опережение ракетками покидаем. Мало ли, блин, кто-то будет прыгать. Отлично, просто прекрасно мы здесь спрятались. Забрали маяк, теперь они будут забирать потом свой, да? Все, больше у меня желания нет идти. Ну, блин, я куда-то прыгнул. Но, увы.
Ну, в принципе, неплохо. Я забрал одного робота-бульгозавра. Неплохо. И еще успел спрятаться. Смотрите, Георгиан подумал, что я прыгаю в атаку и пошел в атаку. А не, не Георгиан, а как его там, Крейзи пошел в атаку. Подумал, что я точно там в атаке. Но, увы, я не в ту сторону прыгнул. Вообще, я в смысле в ту сторону прыгнул по случайности. Я хотел отпрыгнуть на свою базу. Ну, ребята, сейчас мы и победим этот маяк наш победоносный. Его как раз хватит, чтобы захватить край, синюю полоску сделать. И все, это победа. Это победа. Молодцы, классно, здорово. Победили. Шикарно. А ты не можешь так пулять, да? А ты не можешь, у тебя скоржи, да. Вот такой плюс. Плюс, ребята, арканов над скоржами в инвизе. Арканы могут стрелять. Неплохо повоевали. 530 очков маячка мы захватили. Джорджан. Или Георгиан. Ну, Георгиан, наверное, повар. 524 захватил на 6 меньше. Крейзи, я смотрю, по дамагу он высушивал. 768 дамага набил больше всех. И каждый сыграл свою роль. Ну, и для победы, что самое главное, это победа. Поздравим. Поздравляю вас с победой. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Интересно, знают они или не знают эти строчки из очень хорошей советской песни. Анечка, ты знаешь такую песню? 10-й наш десантный батальон, а? Знаешь? У меня даже жена знает, она очень не любит советские песни, советские фильмы, она их просто не смотрит. Может и любит, не знаю, но мне не показывают. Она вот какие-то ужастики все любит. Включить какой-нибудь ужастик и сидеть, писить от страха. Прав. Ну что, молодец, по-моему, не будет клан против нас. Рандом, братуха, рандом. Давай на смерть, братак. Ребята писали до. По-моему, молодец. Кот ХХ. Я не знаю, что за Кот ХХ он написал. Ну, что-то значит Кот ХХ. Прав. Ну, я прав, а мы идем дальше в бой. Да, очень сложно читать их транслит, их латиницу. Русский язык в транслинте, блядь. Как сука, это называется? Обратите внимание. Опять гребаный, блядь, царь горы. Ну, разрабы просто, блядь, смеются над нами. Впихивают уже второй подряд за вечер. Просто вот первый раз пришел поиграть с работой. И уже два раза подряд царь горы, блядь. Что было, ребята, в том варианте то же самое было. Вчера. У нас тут бегают парнишки. Ну, я более-менее так одного слил, блин, наверное. Второго надавал плюх. Ну, я сейчас позаряжаюсь. Ну, надо как-то захватывать. Я хз, блядь. Надо как-то захватывать, ребята. Просто прыгать и захватывать. Прикрываем его своим щитом. Ну, блядь, он умер. И меня тоже убили. А, это дробашник стоял. Бля, я его и не заметил, ребят. Действительно. Сейчас у нас парнишки захватывают правый маяк. Ну, молодцы, держатся. Самое главное это сейчас левый маяк захватить. И удержать правый. Но парни идут. Нет, не идут. Они ни хрена не идут, блядь. Не захватывают они маяк. Не, просрали маяк. Даже нет смысла, ребята, туда идти. Да, тот маяк тоже забирают красноперы. И мы уже на один шанс проиграть. У нас один шанс проиграть уже. Вырос шанс вдуть. Ребята так и двигаются по центру. Ох, твою Макаревич. Парень перепрыгивает. Будем давать этого щемить. А теперь этого щемить будем. А, его щеки заели. В принципе, неплохо. Давайте попробуем свалить. А это у нас был Топтышкин. Ну, на хаече, что ж поделать, ребят, такие бойцы у нас нынче. Такие бойцы, все на шоках. Бульгозавры, шоки. Да, увы, к сожалению, давайте спектр возьмем и, возможно, будем прыгать в центр. Сейчас тулумбасами этого парня дольют нахер. Все, и будем прыгать в центр. Ага, отлично. А, вот, маяк наш, подождите, центр, рано, центр еще. Парень захватывает маяк, надо побыстрее его захватить. И идти уже на центр. Пока красные не пришли, потому что красные уже подойдут сейчас. А мы еще и разобьют нас, да. Блин. К сожалению, придется прыгать. В центр уже вошел красный. К сожалению, ребята, жопа, да? В центр уже вошел красный и захватывает сейчас маяк, к сожалению. Ничего не получается противопоставить этим имбацилам. Все на шоках, все на скоржах. Пускай, в принципе, захватывают. Крейзи пошел захватывать маяк. Не допускаем хотя бы до маяка. Все, пошел Крейзи. И я пошел, все, отвлекаем противника на нас. Сейчас получу и скоджи, и шоки. Все в свою жопу получу. Быстро кончаюсь, заметили, да? Да, такая вот жопа, но, в принципе, взяли маяк. Это приятно. И пошли центр бомбить теперь. Центр будем бомбить. О, спектр сейчас сольют. Давайте попробуем сейчас. Прыгать не будем, нет. Просто так посливаем. Отлично, отлично. Ай-яй-яй, шкварят прям в жопу. Чё за нахуй, блядь? Там был передатчик, чё ж поделся-то? Пришли, ах, отжали, город отжали, пока я там бодался. Ну да, бывает такое. Ребята там вчетвером должны красноперых бить, просто должны бить красноперых.
Обалденно должны бить. Серьезно, я вам серьезно говорю. И сразу в центр идти. Просто толпой. Толпой они должны. В центр. Сейчас, блядь, берем маяк. Фура, стой, не ходи, блядь. Берем маяк. Быстренько, блядь, синенькие сливаются. И все, ребят, и пошли. Бьем. Фуру бьем. Ой, этого Ланселота бьем. Отлично. Перезаряжаемся. Давай. Влетай, давай. Вот, входим, давай, в клинч. О, блядь, проиграли, сука. Увы, ребята, увы. Ах, 702 тысячи урона. У Крейзи 783 тысячи урона. Очень мало очков мы набрали. К сожалению, блин, просрали. Каким-то германцам, походу. Тоже против клана попали. Печально. Пиально. Получилось пиально. Ай-яй-яй-яй. Просто печально. Пиально. Один машал нам наши. Что? Один машал нам наши? Давай кончим их всех. Господи, вы что? Да. Ай-яй-яй. Вот так братуха написал. Ай-яй-яй, что-то там. Один машал нам наши, короче, написал. Парень, вообще не понимаю, если они русские, не знаю, как они меня смотрят. Я же по-русски разговариваю. Ну, молодцы. Ну, все равно старались, что поделать, конечно же, блин. Старались. А как? Не без этого. Блин, печально, конечно же, на смерть. Ой, ребята, да, такой бой был. Блин, прям, не знаешь, вот ты летишь, говорят, что ты вперед идешь, а вот вперед не идешь, а надо было бы идти, да? Все, давай, ребята, на смерть. Да, Георгиан Повар, и клан называется Георгиан Повар. Вообще обалдеть просто, да? Я не знаю, может, это фамилия или что там, распространенная в Грузии. И такой вот повар. Что у нас за режим, блядь, простого лосиса, братуха? Но я таки думаю, что это у нас царь горы... Нет, не царь горы, сменить робота. Ага, это обычный режим, а я уже, да. Ребят, не стоит торговать ебалом, абсолютно не стоит торговать ебалом. Иначе получишь пиздюлей. У нас там парнишка. Сейчас мы его сольем, нахуй. Отлично. И чуть-чуть в сторонку уйдем, потому что там шоки. Убьем Лео и будем заряжаться. Ну его нахуй тот маяк, не пойду я в одно лицо. У нас 1-2, мы выиграем. Три противника пошло туда, ребята. Три противника. Хаечи поскакал у нас. Хаечи странно. Ну, парень глупый абсолютно. Я не знаю, зачем он туда пошел. Честно говоря, туда нужно было какого-нибудь бульгасавра или что-то в этом роде идти. У нас парнишки стреляют ракетками. Ракетками пуляют. Сейчас мы покоцаем одного парня. Маленько. О, Георгиан у нас центральный маяк забирает. Это прекрасно. Реально прекрасно. Боятся, братушку, ребята. Очень боятся. Но шоками слили. Но маяк забрал. Маяк забрал, а я здесь распугиваю своим нижним бельем противника. Мне пытается все тулумбасами, походу, судя по дамагу, тулумбасами меня закидать. А вот и огниво. Вот 350 метров оружия у нас поступило. А у нас парень один сдох. Стоим, ждем. Три маяка против одного. Время работает на нас. Маяки работают на нас. Надо арканы беречь. Мало ли кто пойдет сейчас в центр захватывать маяк или на левый фланг. У нас Георгиан пошел, смотрите, в атаку. Там, понятно, тулумбасник был. Ох, я прыгнул, ребят, не вовремя. Давайте бульгазавра сейчас мы сольем. Поможем Георгиану. Отлично, Георгиан, красава, вообще, спасибо. Спасибо, что ты мне помог, а я тебе помог. О, пошел Георгиан прыгать. Это Топтышкин, ребята, был, но, судя по всему, Топтышкин у него долго не отживет. Хотя, смотрите, еще одного парня слил. Шикарно, вообще, молодец, просто навел там шороху. Ух, еще одного слил, ну, долил. Красава, красавелла, молодец, прям таки, давай. Ланселоту сейчас щит сломаем. И вот так вот станем сейчас на левый фланг. Теперь мы здесь будем отвлекать внимание. Топтышке помогать не будем, будем этому парню помогать, хотя он уже не жилец. Да, ну, нет, просто нас бы там двоих бы расстреляли нахер. А так хоть я тут стою. Вот, видите, блядь, стою, да? Отстоялся. Ну и хуй с ним, берем этого парня. И начинаем шкварить, что там. Забрали у нас маяк. Так, давай я по правому флангу сейчас пойду. Угу. Отлично. А мне как бы твой щит нужен. Да, кончились у него боеприпасы, у меня прицел перевернулся. Шкварим, отлично, лопнул. И попробуем сейчас мы пойти тоже пошкварить правого парня и забрать центральный маяк. Насколько хватит братуху. Щит кончился, ну, выжил. Нет, я сдох. Сдох, но маяк не забрал. Блин, мы просираем теперь 3-1. Странно, да? Может, домашки решили постругать, ребятухи? Ну, может быть. Не знаю, Чпокман играет против нас. Чпокман, сейчас на правый фланг я пойду. Нас там двое, агрессор. Возможно, я плохо играю эти три боя, ребята, прошу прощения. Сейчас максимум будем ждать. Вот теперь будем прыгать, когда он полностью на нас прицелился. Теперь будем его шкварить. Отлично, быстренько его шкварим. И захаечь теперь.
И маяк еще заодно забираем. Отлично, маяк забрали. И все маяки опять забрали. Ну, молодцы. Ну, что не команда у меня, просто жесть. Прыгаем, прыгаем, ребят. Что поделать, вперед. На смерть. Уже конец боя, ребята, близится. Отлично, просто вот так вот. Ну что ж, не лез я вперед, как вы просили, ребята. Со всех сторон меня чекпыхтили. Пока я там на своем спектре допрыгну, уже все. Бой закончится. Вот такой вот бой, да, блин, сильные напарники, действительно. Ну, в царь горы маленько просрали, а вот видите, в режим превосходства тактически переиграли противника. Прекрасно сыграли, молодцы. Взвода мы в топке против тех же германцев были. И в этот раз в режим превосходства мы их отфутболили. То есть, кто крутой, Вася? Вася, кто крутой? А, ты крутой, я крутой. Да, мы с тобой крутые. А вот эти германцы, они ни хрена не крутые. Приятно, да. Спасибо за бои, друганы. Вот так вот напишем парням. Огромное, душевное. Будем ждать от них бутылку вина по почте. Да, давай на смерть. Ну что ж, пускай пишут пожелания, что там какие есть. Я еще раз напомню, это клан Георгиан Повар. Вот лидер клана Георгиан Повар. Я вообще не понимаю, честно говоря, Георгиан. Не понимаю я, когда хрена клан называть Георгиан Повар. Я сам Георгиан и клан Георгиан. Вот то же самое, что я бы братуха, да, и клан назвал бы братуха. Ну как-то странно. Не, я не против, да, я не осуждаю, никого, упаси бог. Я просто, не понимаю. Был такой парень, сейчас есть тупой, смешной парень такой. Толчина, голова без толчина. Скиф, у него название Скиф. Имя. И клан создал Скиф. Бывает что. Ну что ж, 23 участника у них, ребята. Если есть ребята, которые плохо говорят по-русски, хорошо говорят по-грузински, добро пожаловать в клан Георгиан Повар. 23 места занято из 36, 13 мест свободных. Заходите, поднимайте недельную активность клана, поднимайте его на высоту, чтобы, сука, все знали, что постсоветское пространство нагибается любого пиндоса. Мы будем смотреть, напомню о нас в твоем видосе. Пока, братуха, приятно было. Ну что ж, иногда позову в бой, братуха, если не против. Давай пука напишем, да? Пока. Вот так напишем. Парни, думаю, посмеются, если они там в Дискорде находятся. Приятно было, конечно же, упомянул я про вас. Crazy Nightmare, Георгиан Повар, все, в ангары мы все помним. Видели, как вы играете, молодцы, спасибо вам. Сегодня попали в клан у нас грузинские бойцы, грузины. Вот такие вот ребята веселые у нас. А представляете, что было бы в Дискорде? Ой, Вася, куда пошел, Вася там? Я не знаю, как они там разговаривают. Я, может, по-другому по-таджикски акцент делаю, не знаю. Извиняюсь сразу, ребят, но для меня, сами понимаете, есть три нации, да. Это русские, это англоговорящие и это мусульмане. Они говорят на разных языках, там, таджики, манджики, там, Узбекистаны и так далее, да. Вот это три большие такие вот, понимаешь, у меня такие вот англоязычные, да, потом русскоговорящие и вот мусульманоговорящие, понимаете, вы поняли, короче, про что я говорю. А все остальное, я, маленькие страны, я их не замечаю, да, там, кто на чем говорит, непонятно, да. Вот такие вот основные. Если согласны со мной, что такие вот большие такие есть, три, а может еще кто-то свое поправочку там в комментарии, пожалуйста, отпишите, очень интересно будет, как вообще вы делите мир, на какое количество языков, вот это интересно. Только, упаси бог, на нации делите, просто по языкам сравните. Ну, а если кто еще в группе ВКонтакте, ссылочка в описании находится, vk.com/братуха, да, vk.com/братуха, vk.ru/братуха, вот, там, можете даже и скриншот выложить в виде глобуса и процентное соотношение. Ну что ж, спасибо грузинам, грузинским бойцам Warrobots. Большое спасибо всем, кто посмотрит этот ролик. Надеюсь, просто посмотреть этот ролик без бомбежа, без такого крика и так далее, не затруднит вас или понравится вам. Просто нет желания у меня постоянно кричать, бомбить, сами понимаете. День на день, раз на раз не приходится. С вами был Братуха, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас, всем пока-пока. Кстати, у нас 36 градусов в тени, очень жарко. Сами понимаете, настроение такое вот сонное, хочется спать, или купаться. Все. И вы тоже бегите, купайтесь. Всем пока-пока.